Товарищ Ямар, вот в Сирии сейчас непростая ситуация. В том смысле, что власть во многом разрушена. И вот в России, когда была такая ситуация, что в смутное время, что в 17-м году, возрастала роль народного самоуправления. В 17-м году это выразилось в создании советов, как органов, создаваемых по предприятиям, которые брали под контроль ситуацию на территориях вокруг предприятий. Вот как вот вы, как сирийский коммунист, когда сейчас в Сирии тоже сложная ситуация, что вы можете сказать по этому поводу? Что у вас с производством? Что у вас с рабочими? Ну, вы знаете, во время этих событий, особенно в районах, которые были временно оккупированы агентами международного империализма, террористическими организациями, и партурецкими организациями, были большие не только разрушения из-за боев, но также были демонтированы очень много заводов и переведены в Турцию. Это в Алеппском районе. А сейчас уже восстанавливается. Но когда восстанавливается, то действительно бывают большие трудности. Но те примеры, которые вы привели, те были связаны с переходом власти из руки в рук. А у нас, слава богу, антитеррористическое правительство сохранилось, поэтому и прежняя система администрации сохранилась. И, кстати, наше рабочее законодательство по сравнению со странами так называемой капиталистической периферии, оно довольно прогрессивное и дает большие права рабочим. Конечно, нам в коммунисте все время боремся за расширение этих прав, но если быть объективными, по сравнению с другими странами, с того же региона, у нашего рабочего класса довольно много прав. А в чем это выражается? Вот, скажем, имеют ли гарантию профсоюзные лидеры от увольнения без согласования с профсоюзом? В курсе, это моя работа, что вы. В государственных предприятиях вообще запрещено увольнение кого-нибудь без решения специальной комиссии и с подписью премьер-министра. То есть это очень тяжелая вещь, чтобы кого-то уволить. А на частном секторе раньше было запрещено по законодательству увольнение. У нас есть два законодательства. Для государственных работников, то есть рабочих, в том числе рабочих для частного сектора. В частном секторе сейчас уже допускается произвольное увольнение, к сожалению. Это недавно, это в 2008 году. Мы голосовали против. Но там тоже есть серьезные ограничения. Мы сейчас боремся, мы как коммунисты боремся за отмену этой статьи в трудовом законодательстве по отношению к частному сектору. Но я уверен, что они не осмелятся трогать профсоюзных лидеров. Это у нас ситуация не такая, чтобы какой-нибудь буржуй поднял руку на профсоюзного лидера. То есть сирийским трудящимся есть за что бороться с американским империализмом? Есть. За 50 лет были очень большие достижения для трудящих. То есть трудящих. Что Сирийская Арабская Республика, там партия Арабского Социалистического Возрождения, да? Да, но мы с ними в союзе с 66-го года. С 66-го года до сих пор есть присутствие коммунистов в сирийском правительстве. Иногда два министра, иногда один министр, но всегда есть. И у нас есть такая организация, которая, объединение, вернее, политическая организация, которая называется Национально-прогрессивный фронт, в который входит 9 партий, в том числе правящая партия, партия Арабского Социалистического Возрождения и коммунистическая партия. Коммунистическая партия Сирии была одним из основателей Национально-прогрессивного фронта. Поэтому против нас империалисты так хищно нападают на нас. Но вот империалисты все-таки они нападают, вначале, по крайней мере, они за счет внутрисирийской оппозиции. Все-таки сирийский капитализм, он, наверное, имеет противоречия внутри. А и были противоречия.
и, наверное, их и использовали. А это всегда, потому что это мы откровенно говорили. С 2005-2006 года была принята такая экономическая установка, экономическо-социальная, которая называлась социальная рыночная экономика, социальная рыночная экономика. Это взято название от из Ферги когда-то, помните? И мы выступали очень крепко против этой политики. Мы говорили, что эта политика приведет к созданию определенной почвы для работы реакционных сил. И, к сожалению, наше предвидение осуществилось. И сейчас мы требуем не только лечения признаков болезни, то есть этих террористических организаций, которые в основном это их выписывали определенные спецслужбы Запада, но и также, чтобы причину болезни тоже надо их лечить. А причина болезни – это либеральные тенденции в экономике. Сейчас наше требование – возвращение к политике государственного капитализма с социальным уклоном. И тут некоторые наши европейские товарищи не понимают это, они путают между государственным монополистическим капитализмом и просто государственным капитализмом. А государственный капитализм в странах периферии – это, наоборот, это орудие борьбы с государственным монополистическим капитализмом страны периферического центра. Товарищи, а вот коммунисты все-таки в освобожденных районах не планируют использовать опыт советских, российских рабочих вот в организации по предприятиям? Ведь рабочие, они изначально организованы по предприятиям, они там уже организованы. И вот если им, скажем, дать оружие, чтобы как в Чехословакии после войны на предприятиях стояли пирамиды с оружием, и люди, так сказать, были вооружены, вот не смогут ли они контролировать территории в освобожденных районах, наводить там порядок? А у нас есть рабочие дружины, но они, по предприятиям. По предприятиям они руководствуются руководством сирийских профсоюзов. Конечно, большинство руководства в этих профсоюзах, оно в руках правящей партии, но у нас тоже есть представители в этих органах. А вот товарищи, организовавшиеся на конкретном предприятии, не думают ли они о том, чтобы организоваться и соседними предприятиями, и установить органы власти уже территориальные? Нет, это не орган власти. Это орган рабочей самообороны против террористических организаций и агентов империализма. Да, но он же решает вопросы правопорядка на этой территории. Да, но в полном взаимодействии с государственной властью. Взаимодействие. Но что бы там сказать, он решает вопросы. Ну и, наверное, действительно, в таком предприятии, где в рабочих руках оружие, работодателю сложно творить произвол. А он не стремится сейчас. А? Он сейчас не стремится. Залег. Сейчас не стремится абсолютно в данной ситуации. Понятно. Ну, спасибо. Но мы так вас пытаем, потому что вопросы эти могут стать актуальными для России в том числе. Что там говорить? Вот. И поэтому вот это все очень интересно, то, что вы говорите. И успехов вам в вашей борьбе. Спасибо, спасибо. Но каждому виднее, что в его стране. Поэтому я за Россию говорить не могу. Но то, что в Сирии, то я вам помогу. Урок Сирии нам урок. А всегда это мир един. Большое вам спасибо тоже.